Приветствую, друзья! Вот что бы вы сделали, если бы выключили электричество? Я бы подождал, пока включат. Однако наши сегодняшние герои не из робкого десятка. Они нашли выход из ситуации, даже если надо точить. И вероятно вы скажете, но это маленький станок, тут все понятно, а что делать, если станок большой, например, 1К62? Да и тут можно найти решение, просто приделав бензиновый двигатель от скутера. Ну хорошо, а как затачивать сверла и резцы? Ведь они тупятся. Ну, тут вам поможет лучший друг и его смекалка. Согласен, малопродуктивно, но работа идет. А еще можно сделать себе долбежный станок для шпоночного паза, чтобы уже закончить наконец работу. И свет уже включили.